Всем доброго здоровечка, вы на канале Бложка в США немножко. С вами Дмитрий Гелеш, создатель канала. И я должен был сегодня идти на работу, на Бложку, в свой магазин Army Plus Store на English Town Flea Market. Вы посмотрите на эту погоду, посмотрите, что творится вокруг. А? Это же просто какой-то ужас и кошмар, кошмар и ужас. Поэтому на базар я не поехал, а иду я собачкам купить корм. Но я чувствую себя ответственным за то, что я не приготовил материал, не сделал никакой ролик. Поэтому поговорим за мои часы. Именно не про, а за. Как в том анекдоте. Встречаются на братьях два одесситы, один другому говорит: ты вообще английский язык хорошо знаешь? Второй отвечает: я досконально. Слушай, переведи мне, пожалуйста, за. Что? Переведи мне за. Скажи мне все предложение. Ну, вот стоит американец, я хочу спросить за его машину. Так вот, поговорим за часы, раз такое дело, за часы. За мои часы, что у нас сегодня за часы? Я нацепил, это Bulgari Diagond, если я правильно произношу именно модель этих часов. Если нет, поправьте в комментариях. Но я всегда называл их так. 43 миллиметра в диаметре. Это хронограф, профессиональный хронограф, пятистрелочник, друзья. Там стоит потрясающая машина. Часовщик сказал, открывали, чистили. И, помимо всего этого, это еще и GMT. Представляете? GMT. Частенько бываю в Нью-Джерси на jewelry exchange, где продают пачками ролексы новые и бэушные, брайтлинги, картье и так далее. И вот ни один из этих, махаю ручкой, пальчиками, часовщиков ни разу не мог мне дать четкий ответ, что же такое GMT. Они даже не знают, что GMT — это лаборатория под названием Greenwich Mean Time. Все остальное GMT и привилегии часов, которые имеют статус GMT, я хотел бы услышать от вас в комментариях. Вот, значит, будем прощаться, дорогие мои, так как надо пойти собачкам купить корм, так как сегодня дождливый день, так как я не попал на Бложку. Всем привет, всем пока. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, будет безумно интересно. Будут покупки, будут продажи, будут рассказы. В лавке моей находится где-то порядка 4000 экземпляров всякого всего, это за годы не пересказать. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, он принесет удачи и вам, и мне. И распространите это видео по миру, пусть мир посмотрит на это все вот своими глазами. До встречи, други мои, до встречи!